Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и это новый проект «Богиня Шоппинга». И вместе со мной на заднем фоне Снежка. Я еще ничего особо не снимаю, она уже заливается. Вот такая у меня жена. А вот, и кто не понимает, что это за проект, ребята, «Богиня Шоппинга» — это собираются такие девулечки, которые разбираются в моде, пытаются классно одеться и оценивают друг друга. Короче, как мы любим, где-то перемывают друг другу кости. А это сезон «Битва блондинок». Как мы понимаем, блондинки — это вообще прям верхушка топ-контента. Поэтому, если вы этому рады, поддержите это видео лайком и давайте смотреть новый проект «Богиня Шоппинга». Поехали! Білявка – це не лише про зачіску, але й чудове алібі. Дівчат з білим волоссям в моєму оточенні не так багато, а блондинка, мабуть, кожна. А, типа, все крашеные? Мы все немного блондинки, когда приходит время постигнуть разницу между водопостачанием и водовідведенням. Це не прикол. Монро какая-то была. А богиня шопінгу. Цей сезон у нас не простий, а по блондинок. Це битва блондинок. Так там же ж не все блондинки только что были, там и брюнетки пришла были. Пришла для того, чтобы порвать вас всех интеллектом. Я Робокоп! Я тут кто танцует без трусов. Этот сезон это просто... Это только что была эта барышня с пацанок? Космос. Вони повстали, аби зруйнувати всі стереотипи про біляву. І доведуть, що блондинка – це не колір волосся. Бля, реально, это ж это. С пацанок. Да, ребят? Ося, а стриптизерша ли там, да? Це не гріх гарно жити, і гарно одягатися – це не гріх. Перцю додаватимуть. Я имя забыл, напишите в комментариях, как ее звали, ребят? Бля, на языке крутится, а что-то с головы прям вылетело. Улюблені коміки и нові. Тест на IQ положительный. Образование не интересует. Девочки, перестаньте это носить. Это вышло из моды 154 года. О, это как чин, типа комментаторы, да? Да. Сьогодні надо мне туда тоже в комментаторы записаться, нету кастинга никакого. Боротимуться за звання богині справжні білявки у шоколаді. Заходите на бокальчик ігристого. Міс Україна Всесвіт Каріна Жосан. Желтый бриллиант должен быть у каждой девочки. Співачка и бизнесвумен Аверина Валерия. Сиси сделаны, видно. Лерия. Скоро уже выйдет мой первый клип на песню «Люби меня грубо». Директорка леді-клубу Каріна Густовська. Настоящая леді – это женщина. Короче, одна якобы певица «Люби меня грубо», вторая вообще бизнес-леди какого-то женского клуба, и третья тоже какая-то успешная, да? С энергией. Ей не нужно говорить, ей не нужно как-то себя там, знаете, ну, показывать. Она как лебедушка. Во-первых, это осанка. Во-вторых, это общение, поддержание разговора. Она вся такая наполненная, искренняя. Кто фарбована, а кто справжня блондинка, будут разбираться наймиліший король тролінгу Дурнєв. Олексій Дурнєв. Я согласен. Молодый та красивый, народный их. Я просто психически больной, ребят, не обращайте внимания. Амурный продюсер там. Вы думаете, 6 лет прошли даром столько всего обозревать? Вы думаете, моя психика в норме? Нет, конечно. Ведущий Євген Талер. А шо у него зубом? Женька, блядь, где зуб? А так можно, например, да? Типа, эта фишка уже такая пошла. Где зуб твой? Уйди, проклятие, я не хочу работать. Заступай. Что-то я прикола не понял, что у него было, он то ладно. Батися за наших девчаток будет тендитно. Проте гостро на язык Настя дерзкая. Валерия читает книги, а Дурнев смотрит сторис. А это будет защитница блондинок якобы? А за стиль та модні канони відповідає найстильніший чоловік України Леонід Мартинчик. Може я просто колись зміню колір волосся Мартинчик. І життя має зміниться. Так у нього гламурний ноутбук. Блондинки до бою готові. Лишилось тільки познайомитись. Меня зовут Валерия Аверина, потому что я уверена, я стану богиней шопинга. Ага. Вот это все на себя ярко одеть, еще сверху красные губы, перегидроленные блонд волосы, вот такие вот накрученные. Ну не блондинка, и ты не натуральная блондинка, у вас темные корни видно. Наверное, вот знаешь, вот эти термобигуди когда-то вот такой. Вот реально видно же, да, темные корни, не только мне. Еще было модно, но это трэш. И у нее темные Меня корни. Зовут Карина Густовская, я являюсь основательницей Lady Club, это мой прекрасный Мани. А он какой породы? Чахуа. А он? Чахуа?
Не хуа-хуа, бля, это не чихуа. Это... Чё пойми, чё это? Не, ну это не чихуа. Хули он такой огромный? По-моему, тебя обманули. Да. О, ты такой чуть-чуть большой. Порода такая, вырос. Он растишку кушал. Я все могла ожидать. Сторожевая, дворовая, белый бим, черное ухо. Боже, что он такой бедный? Шу, а снимите с него ошейник, потому что он как-то у него в рот залез. Когда она сказала, что это чихуахуа? Куда эту собаку под мышку? Я не знаю, это знаете, вот это клетчатые торбы есть вот такие вот на 7-м километре в Одессе? Вот эту вот собаку вот в такой торбе надо носить. Бля, ну это... Нет, это не чихуахуа, без обид. Вообще не чихуахуа. Возможно, один из них был чихуашкой. Возможно. Но вторым оказался какой-то либо дворовой, либо что. Но это не чихуахуа. А тебя я узнала, Карина Жасан. Просто мисс вселенная. Я не знаю, кто это, без обид. Ребят, не слежу. Я тоже мисс Центральная Украина подиум. Что? Она мисс Вселенная, а я мисс Центральная Украина? Это что за звание такое? Мисс Центральная Украина, мисс Левая Украина, Правая? Что это такое за звание? Это, знаете, как будто какой-то клуб просто номинацию проводил, говорит, и у нас теперь звание мисс Центральная Украина, село Петушки. Что за конкурс вообще? Где он проходил? Я тоже не знаю. Я бы такое даже не говорила, что участвую в таком конкурсе. Кариночка, я вижу, что ты тоже пришла с сумкой Hermès. Тоже у тебя Birkin. Скажи, пожалуйста, где ты покупала свою сумочку? Это очень подарок. Наши с тобой, в принципе, очень похожи, только разного цвета. А вообще, насколько я знаю, Birkin, они все оранжевые, должны быть одного цвета. Интересный такой у нас факт какой-то получился. Ну, типа, наверное, подделка. Это подделка, потому что подарили как бы... Давай посмотрим. Смотри, у меня... А, типа они пришли с одинаковыми сумками? Тут написано Hermès сделано. Да, видишь, нет. Не написано. То есть, получается, у нее и собака чихуахуа поддельная. И сумка такая, как и собака. Сумка Hermès, на которой даже не написано Hermès. Зато дешево. Это вообще... Типа, наглядный пример, как выглядит оригинал и подделка. Угу. Ну да, видно. Вообще, и она цвета такого, какого-то, ну не оранжевого. Это просто трэш. Раз не написано, значит не Birkin. Да. Я думаю, что это показатель невоспитанности со стороны Карины. Девушка пришла на богиню шопинга с фейковой сумкой. Мамочки, это просто кошмар. Ну как это могло случиться? Она просто не думала, что у тебя такая же самая будет. Я певица и блогер. Записала сингл новый «Люби меня грубо». Я шаталась по свету, я не верила ветру. Я готова была обойти на коленях всю эту планету. Не, голос у нее есть. А мне ее вокал очень понравился. Голос вот это есть. Красиво поешь. Я просто тоже с 5 лет занимаюсь музыкой. Я уже понимаю, кто здесь будет фриком, честно. Если ты так же музыкой занимаешься, как твоя сумка и собака. Я очень люблю академический вокал, потому что как бы он... О-о-о, академический вокал, серьезно, сейчас будет. Сейчас скажет, спой, а она такая, ой, ну, если знаете, ну, как бы вообще, как бы так не пою бесплатно. Никак не сравнится с эстрадой. Ой, ну, не в обиду сказано, каждая вторая сможет спеть. Хорошо, спой что-то. Ой, вы знаете... С академического вокала, к сожалению, я уже давным-давно не занимаюсь, поэтому... А, я вообще чемпионка мира, бля, это, вообще поднимала штангу 300 килограмм, поднимешь? Не, ну я уже давно не поднимаю, максимум килограмм 10. Поэтому, если бы я показала какую-то арию, ну я уже даже ее не вспомню. Боже мой, сколько понтов, боже мой. Каринин академический вокал, такой же, как ее собака чихуахуа, такой же, как ее подаренная сумка Hermès. В общем, все у Карины с большого классного 7-го километра. Ну да, я сказал бы так, строит из себя что-то, кем не является. Если там, возможно, и реально там имеет деньги и так далее, то это непонятно, что-то строит из себя. Хотя там, я как-то сказал, там, создательница
какого-то женского клуба там. Интересно, что нас объединяет всех троих? Я думаю, страсть. Блондинки. И, наверное, то, что мы блондинки. Однозначно. Я думаю, что этот сезон прямо про блондинок должен быть. Я готова разрушить в этом сезоне понятие, что блондинки – это всего лишь какие-то милые девушки. Никто так не считает, что блондинки – только всего лишь милые девушки. Многие считают чуть по-другому, я так не считаю. Но вот у тебя, по-моему, как-то вот проблема. Ты не блондинка, ты брюнетка, в том-то и проблема. То, что ты волосы перекрасила, никак не влияет на твой ум. Поэтому делаем вывод, что как бы цвет волос крашеных никак не влияет на твои умственные способности. Точка. Нет, блондинки — это еще очень успешные леди, и они действительно водят, и они прекрасные водителя. Девочки, а давайте посмотрим, какие же у нас задания. Давай. Привіт, красуні! Вважаю, що найкраще вам пасуватиме завдання вдягнутися на пляжну вечірку. Дівчатки, як вам? Ага, пляжна вечірка. Тобто, це, значить, нужно купальні, какой-то парео, пенюарчик, что-то такое. Правильно понимаю? Какие-то топулики? З нетерпінням чекаю на ваше дефіле. Леонід Мартинчик. Літній сезон. Показати свою фігуру. Давайте задефілюємо. Очень интересная тема. Будет немножко трудновато, потому что я в основном вся в бизнесе. У меня очень мало времени. И... Ой. Как бы на пляжной вечеринке я хожу в край. Вообще, я работаю 24/7. По тебе прям видно. Да. Давайте узнаем, где же будут проходить наши сборы-то. На вечеринку пляжную. Ну, в торговом центре каком-то. Я боюсь шарики. Мамочка. Магазин минимальных цен. Магазин минимальных цен? Боже, я даже не знаю, это придется какую-то сковородку. Секонд-хенд или что это? Ротку там покупать. Вау, это сильно, это сильно. Вот это я могу. Ну, название какое-то знакомое для Украины, минимальных цен. Магазин, я думаю, что... А, знаю этот магазин. Так что-то там нормально можно вещи выбрать. Я там куртку покупал. И вообще не затруднит выбрать там что-то себе подходящее. Она еще потом после передачи будет в этом ходить еще полгода, я уверен. Я боюсь. Ну, если это о чем я думаю, это такие огромные ангары на Святошино у нас есть в Киеве. По-моему, так и называется что-то. Называется территория низких цен, конечно. Может, это он и есть? Девочки, у меня прокат вечерних платьев. О, это повезло прямо. А, типа у каждого еще своя точка, где она должна одеться. То есть одна должна одеться там, другая в прокате вечерних платьев. А что на вечерних платьях оденет, на то, чтобы пойти на пляж или там, точнее, на дискотеку водную? С моим, да. Шикарно. Ну почему такая несправедливость? А мне непонятно что. В смысле непонятно что? Магазин минимальных цен. Что-то непонятно. Понятно даже что. Скажи спасибо, что это не секонд-хенд у баула. Это как киевляне так и поймут. Боже, это будет? Ну, вы знаете, мне, конечно, как всегда, досталось самое интересное. Мне нужно подобрать образ в военторге. Но, девочки, я как настоящая, прирожденная, истинная богиня шопинга, я даже в военторге среди всего этого хаки найду то, в чем я буду потрясающе выглядеть на пляже. А почему это ты себе уже присвоила звание богини? Девочки, богине шопинга надо родиться, а не стать. О, бля, ой-ой-ой-ой-ой, начинается уже это, ты шо? Девочки, раздуйте глаза. Кто, кроме меня? Кто? Я как минимум пришла вся в оригинале, боже мой. А, я понял, типа, если носишь оригинал, то нормально. Если, типа, одел подделку, то ты говно и чмо безбожное, да? Я понял. Девочки, успокойтесь, это я настоящая богиня шопинга. Да вы друг друга стойте, я смотрю прям. Я очень яркая, эффектная и запоминающаяся. Ой, девочки, посмотрим, посмотрим. Три блондинки – это очень жгучая смесь. І першою нас вражати міс Україна Всесвіт. Ага, та, которая в военторге, да, будет? Шопоголік 8-го розряду. Модель 26 лет, 180, ну так высокая она баба такая, слушайте, 58, хотя вес маленький, размер одежды S. Ага. Володарка оригинальной сумочки Birkin та сліпучо-білого, розкішного довгого волосся. Меня зовут Карина Жасан. Карина Жасан, извините, но... Бля, я ее видел.
Помнишь, Китя, ее? Когда мы были в торговом центре с тобой в Лавине, она стояла, там съемка у них была. В гипюр, по-моему, они заходили. В простонародье фамилия по-любому ж Бондаренко. И у меня есть 5. Бля, реально, помнишь ее? Мы когда с тобой были в торговом центре, там снималось это шоу. 1000 гривен. Ребят, просто мы были в торговом, и я помню ее. Вот в этой одежде просто она там так стояла, так платьечко махала. И там был магазин, по-моему, гипюр назывался. И всего 4 часа, чтобы получить новый статус. Богиня ну шопинга. Давай. Подождите, она же должна была быть в военторге. Давайте так, сразу, самая уверенная среди всех участниц. Взяла быка за рога, дурнева за яйца. Сразу, с первого слова. Ребята, наконец-то вы пришли. Пойдем скорее, мне уже не терпится показать вам свой гардероб. Давайте. Обожаю вот эти интерьеры, люди живут как будто в краеведческом музее каком-то. Так, ну, я даже не знаю, с чего начать. Квартира роскошна, гардеробна кімната роскошна. Коробки все такі Луї Вітони. І Маноло Бланік, і Сен-Лоран, і Жак Мюс. Що хорошо, що з нашої зйомочної групи не взяли за білети. Серйоз? Да. З чого я можу почати? Що показати ребятам? Покажи своє любиме. Хто такий Сережа? Це муж, типа, її, або парень, або хто це? Босоножки. Зря ты засветила своего мужика, сейчас все девочки другие. А, мужики. Быстренько, чисто потому, что его звать Сережа, за 6,5 секунд найдут его всех родственников и домашнюю прописку. Это платье, в котором мне Сережа сделал предложение. А зачем Сережа надевал это платье, чтобы сделать тебе предложение? У меня есть только один вопрос. Один из самых дорогих подарков – это машина. Гелендваген подарил мой будущий. О-о-о, блядь, потом. Ты все, можешь? Извините, что? Эллен Вайс? Платье сережки, обруч, 18 кусков. Гарный образ, дуже вишуканий и навіть такий витонченный. Я считаю, что мой гардероб – это бюджет малого государства. Я думаю, что годовый бюджет Первомайска – так точно. Я настоящая модница, у меня только брендовые вещи. Вещей из масс-маркета у меня практически нет. Фу-фу-фу-фу-фу-фу, боже, не дай бог заразиться еще этой бедностью. Не-не-не-не. Этот шутник такой, я смотрю. Именно в этом платье, в 2018 году, в свой день рождения. Боже, она так помпезно подает всю информацию, как будто она сейчас скажет, что она стала первой леди Америки. Я выходила на сцену конкурса «Мисс Вселенная». Я надеюсь, она открывала двери этого конкурса не с ноги. Сукня якась така вже не актуальна і застаріла, така вона якась дуже лялькова. Якщо мені подобається речі, я беру. У мене немає такого, що мені треба щось накопити, подождати. Єдине, що я жду, це якщо мені речі доставляють з Європи кілька тижнів. Все. Клянусь, як тільки у мене з'явиться багато грошей, взагалі ні на що не буду копити. Сразу буду все покупати. Прекрасний совет, спасибо. Вообще, каждая модница знает, что самые желанные сумки в мире – это сумки Birkin. А самую первую сумку мою Birkin мне подарил мой будущий. Birkin? Китс, ты знал, что самая желанная сумка – это Birkin? Не знаю, что такое Birkin, я тоже. Ну, говорят, что самая желанная. Муж на день рождения. Она самая большая из всех моих Birkin. Она размер 40 и стоит она 17. А, короче, они типа выглядят все одинаково, только расцветки разные, да? Типа, я смотрю, вот у нее такая Birkin, вот такая вот Birkin. По факту та же самая. 1000 евро. Сколько? Сколько? 17 000 евро! Блять, це можна машину взять! Это не Жигуль даже будет! 17 000 евро за сумку! Я тоже так сказал, чувак, согласен! Це два Деоланоса. О, даже два Деоланоса. 2014 года. Это полквартиры моей. Ой, говорю, давайте, пацаны, впрягаемся. А какой пол? Почти вся. Оранжевая стоит около 14 000 евро. Все, блядь, квартира собрана. Просто две сумки, тридцатка зелени. И вот эта вот малышка стоит из-за того, что она из-за ткани всего лишь 2000 евро. Да, вообще согласен, это херня вообще, что так дешево, блядь, 2000 евро.
наверное, по скидке брала, да? Какой-то вообще бракованная какая-то, да? Что-то вообще непонятно, странно, зачем ты ее купила? Этот ширпотреб, этот масс-маркет, нахрен он тебе надо, бля? Фу, тебе не стыдно вообще говорить 2000 евро? Даже звучит не так. 2000 евро. 17 тысяч. Ну вот, всего лишь 2000 евро. Фу, вот. Трошки хоть попустила, потому что меня реально кинуло в жар. Я... Надо туда тоже чьен-то, бля, как-то заявку написать, я готов. Типа там тоже, я по факту занимаюсь тем же самым. Можно комментировать, напишите мне, канал ТЭД, кто там, ребят, подписчики, напишите им, скажите, чен не против. Настоящий шопоголик пришла на богиню шопинга, чтобы доказать, что помимо титула самой красивой девушки в Украине, я достойна, как никто другой, титула самой стильной девушки в Украине. Учитывая все регалии Карины, там регалии. Можешь уже не идти в те магазины. Все регалии. Все регалии, я регала, бля. Все регалии. Я же говорю, ты молодец. Не утруждайся. Дали вы. А мне кажется, ли у нее там чуть-чуть как-то зубы выпирают? Ну, типа, бывает, но как-то так забавно. Побачите. Реально заруба комментаторів. 1500 помада? Ну нет, Леха, ну нет, ну типа... Извините, что? Чем закінчиться протистояння двох Карин? Девочки собрали свои вещи и по домам. Давайте, продолжаем. Чи зможе королева розкоші підібрати собі бод... Гепюр! Гепюр! Дай щось у мас-маркеті. Зараз дізнаємось. Грідет? Я ж говорю, это гепюр был! Мас-маркет? Это здоровой магазин. А, это мас-маркет? Там вещи по 1000. Не, ну кидцы, 1000 рен это не цены вообще. Пляжная вечеринка. Ну только единственное, там показали почему-то Ocean Plaza. Наверное, Ocean Plaza за рекламу заплатила, хотя этот гипюр находится в этом. Лавина у нас в Киеве. Лавина. А чё, это гипюр уже говном считается, да? Мы там снежки тоже покупали. Нихера себе там говно, там цены такие, ребят, бывают. Вот. О! Вот это мы снежки купили, да, Кейс? Похоже? Вот вроде как... Да, ну, да. Похоже, по крайней мере. Что-то похоже было, которое мы тебе покупали. Идем за самыми крутыми, яркими вещами. Она ходит в масс-маркете, мне кажется, она каждый раз после того, как вешала вещь назад на стойку, выключилась камера, она антисептиком руки протирала. Я касалась вещи дешевле 100 евро. Не, ну там да, там, ну, вещи, ну, они стоят, ну, не прям копейки, ну, и согласен, недорого. Так это считается типа говно, да? А не говно это что, чтобы не понимать для себя? Это типа только Шанель, Диор, там, Дживанши, вот это вот... как она сказала, вот эта вот сумка Герме или что-то? Герме? Вот это нормально, а все остальное, типа там Зара, я так понимаю, это тоже типа порожняк, да? Малиновый цвет, я считаю, что очень идет блондинкам. Ребята, ну что за стереотипы? Блондинкам иде розовый, блондинки тупые, блондинки не могут водить машины. Ну два из трех согласен, но розовый цвет при чем тут? Ну, типа, топик 400 с чем-то гривень, а что, плохо смотрится? Різний відтінок. Значить, так, у нього задача була одягнутися в этом, в воєнторгі. Схрена ли вона в гіпюр пішла? Рожевого, але між собою гарно поєднується. На пляжну вечірку все-таки такі штани трішки зацупки і задовгі. На мені зараз дуже багато денег, у мене часи. Більше, ніж дітей. Ролехи, це, да? 10 тисяч євро. 1016, по-моєму, вони. Зажиточний Rolex. Ми ще не дивилися на всі браслети Cartier. Браслет за 4,5. Обручальне моє кольцо помолочное и желтый бриллиант. Который должен быть у каждой девочки. Угу, прям таки должен, да. Извините. Как мир распределяет, вот кому достанется Сережа, а кому нет? Бля, мне он нравится, этому чуваку реально лайк за комментарий. Я не знаю, как он прошел, но красавчик. Его комментарии реально классные. Надо в конкурсе участвовать, лотерея есть, типа, розыгрыш Сережи. Мне просто за некоторых девочек обидно. Платье просто роскошное. У меня миллион подписчиков. Хераси. Еще очень умная. Я знаю 5 языков, и это очень мне пригождается по жизни, потому что я очень много лет прожила в Китае.
со знанием китайского языка. Не, ну давайте так, ну не глупая баба, согласитесь, ну не глупая. В одной газете написали, что одна девочка учила китайский язык, и у нее поломались мозги. Это она только что хотела пошутить? А Карина вон выжила. Ну такая себе шутка была, если честно. Сукня в її стилі, але звісно видно, що вона не дотягує до тих розшитих, дорогих суконь в стилі Еліса. Така коротка, невеличка сукня на пляжну вечірку – досить підходящий варіант. Мой день рождения в этом году я тоже была в красном платье. Каждый год на мои дни рождения снимает пресса. И это было первое в жизни интервью моего молодого человека. И если бы я... Моего молодого человека? Так он тебе муж или кто? Или молодой человек? А, помолвленный? А, свадьбы еще нету, я понял. Я знала, что оно потерпит такого... Пока что он молодой человек. Зора и краха. Я... Молодой человек! Не мужчины, молодой человек! Я бы в жизни бы ему не дала микрофон в руки. Сука, до какого возраста считается молодой человек? Мне просто интересно. После которого уже возраст называется уже просто человек или старый человек. Так, то есть Сережа ей подставил, да? Він либо нажрался, либо подарил ей что-то дешевле, чем 500 евро. Либо, ну, не знаю, на журналиста. Его спрашивают, в чем вы сегодня одеты? И если все люди обычно нормально называют бренд, он стоит и говорит, ну, на мне сегодня туфли, штаны, рубашка. Ну, нормально сказал, типа, хули выделываться. Нормально, Серега, красавчик, ты че? Говорю, как можно было вообще так опозорить меня на всю страну? Бляха, муха, господи, Сережа думает, бля, нахера оно мне все надо, бля. Думают, блядь, что где-то, блядь, тапки я одел, блядь, что не видно или что, блядь, футболка, блядь, ребят, вы не разбираетесь, как футболка от майки отличается. Сережа, боже мой, сколько раз тебе говорила, это у тебя, значит, Balenciaga 20-го года выпуска, тапки у тебя Gucci, лимитированная коллекция, запомни, Сережа, не позорь меня. Не, у Карина, конечно, парень даже брендов не знает, ты чё, гелик ей купил, даже не знает, наверное, что это за машина. И я надеюсь, что ее любимый Сережа не раскроет ей грани, вот эту невероятную палитру того, как именно тебя может опозорить мужчина. Ну, как по мне, шикарное платье за 100 баксов. Задовго вона. Якби вона була короткою, то такі сукні на пляжну вечірку сміло можна з'являтися. Если после этого яркого образа мне не подарят маленький островок на Мальдивах, то Труханов остров будет в подарок по праву мой. Ой, господи, ой, господи! Да, в принципе, ты можешь просто продать одну свою сумку за 17 тысяч евро и купить Труханов вместе с двумя катерами. Ох, и запыты у нашей миссии. На часі у Каріни спецкрамниця. А, короче, я пол. У нього варіант купити там спочатку, а потім ще в воєнторгі, да? І це воєнторг. Про пластичні операції та труднощі перекладу ви дізнаєтеся за мить. Сразу після того, як я... Что это за одежда? Выиграла Мисс Украину. Национальная гвардия, полиция. В интернете нахожу статьи нашей желтой прессы, где моя фотография, расчерчены стрелки и написано, что я переделала и что сколько стоит. Я обожаю эти конкурсы красоты, как будто пластические хирурги соревнуются, типа, не, смотри, что я сделал. Нет, теперь смотри, что я сделал. Реально по-женски очень задела и обидела, то что вся сумма, которую они насчитали, была 167 тысяч гривен. То есть у меня у человека, у которого сумма стоит 14 тысяч долларов только. Передел себе все лицо за 127 тысяч гривен. Официально заявляю, что у меня ничего не сделано. Карина Валерьевна Жасан, максимально естественная красота. Обличчя справді натуральне. А от губи? Можливо, є якісь невеличкі уколи краси, але такі непомітні, правильні і справді, я думаю, що дуже дорогі. У нього немного губи видно подколоти. Совсем чуть-чуть, но в меру, но подколоти. Це буде пляжна вечірка, там буде спекотно. В такій тканині жарко буде. Не дуже комфортно. Я когда-то в Африці, в Кенії, стріляла з предводителем африканської армії. Це предводитель був, у них там этот до сих пор. По животним?
за предводителем. А дача так, это ну, что давайте. Это по-русски? А, это очень, как это, слух. Очень, знаешь, пум-пум, потом очень за уши. Я не знаю, как это по-русски сказать. Как это по-русски, sorry, не помню просто. Я сама просто из Чикаго, я забыла. Чикаго. Как это по-вашему? Я так понимаю, это не родной язык. Хотите на китайском говорите, пожалуйста, Карин? Ну, я 9 лет за границей прожила. Оглушил, да. Оглушил. Она одела жилет без лифчика, прям таксистки торчат. Вот прям... Ну не знаю. На пляжну вечірку такий образ може бути доречним, тому що все-таки пляжна вечірка – це не дуже формальний захід, і там можна експериментувати. Ну, в такому специфічному магазині я могла б... Ну, очень, как по мне, откровенно этот бронежилет на грудь так лег. Про только тот образ, который выстрелит в самое сердце и телезрителям, и членам жюри, и, конечно же, моим конкуренткам. Ну и, конечно же... Что, 200 гривен? Сереже! А зараз справжня леді з собачкою, сильна і стильна Каріна, покаже нам свій гардероб білявки. Мані, смотри, кто к нам приїхав. Бля, это не чихуахуа, ребят. Ехал. Но она обезоружила вообще полностью любое критическое мышление. Посмотрите на эту собачку. Меня зовут Густовская Карина, мне 26 лет. Дуже часто засмага додає віку, і такий активний вечірній макіяж в день теж. Тому не засипайте в солярії, будь ласка. Я являюсь основ... Бля, реально, что у тебя с лицом, бля? Жесть, как будто ее кто-то, блин, горячей сковородкой врезал. Бля, у нее лицо. А что с лицом? Это автозагар такой страшный. Ну, без обид, но смотрится как-то что-то прям, по-моему, она уснула на солнце. Основательница Леди Клаба сильная и стильная. Леди Клаб сильная и стильная. Из метродарница направо. Почему бы не создать такое сообщество, закрытое для девочек, где каждая может прийти, найти себе собеседника? Так извините, раньше меня отвлекала собачка, а теперь меня отвлекают всякие коробочки с надписью «Версачи». Блин, почему бы не выбрасывать пакеты от одежды? Мы приглашаем к нам девочек, которые хотят стать яркой версией себя. Клуб косметологов или что? Они там делают уколы в губы друг другу? В нашем клубе по-разному стоит участие. От и до это 500-1500 гривен. Яким же ты образом за эти деньги? 500 гривен участие в клубе до 1500? Ну это прям миллионеры там собрались. Станешь яркой версией себя. Она на Камалию вообще похожа. Только у Камалии за хур, а ця любит подержаться за хур. Вся в поетках в стиле Бельма, така блондиниста сукня. Вже такі сукні, як на мене, не трендові. Але якщо це пляжна вечірка ввечері, в принципі, таку сукню можна ще разок-другий вигуляти. Это... А? Тобто можна сукню вигулювати тільки пару раз, а потім все, не в тренді? Моя любимая юбка. Я в ней познакомилась со своим мужем. Познакомились как бы в бане. Я познакомилась со своим мужем в бане. Интересно, что ты там делала? Ну, типа, не хочу никакие мысли кидать, но очень странно, что ты со своим мужем познакомилась в бане. Ты была на работе? А как можно в бане с кем-то познакомиться? Ага, вот и я о том же. Это два варианта. То есть, либо... Да почему два варианта? Только один вариант. Либо ты работаешь в бане в этот момент, либо она работает в бане. Договорились об этом детям не рассказывать. Я бы наоборот говорил... А, у них уже дети есть? И типа решили не говорить, что она, прости господи, была? И с папой познакомилась в бане? Угу. Говорила своим детям, дети, значит, смотрите, есть лайфхак, как бы, ну, чтобы без вот этих вот прелюдий, чтобы потом никто не терял сознание при виде утягивающего белья, как бы, баня – лучшее место для знакомства. Ну, типа, я понимаю, можно сделать вывод, возможно, она сейчас не такая, но раньше была такая, да? Ну, как-то вот прям, она ж так и ответила. До речі, спідниця справді така актуальна дуже багато сезонів, і цей принт актуальний, і Каріна дуже правильно зробила,
що зверху додала чорний топ. Моя страна фаворит Дубай, потому что... У тебя собака письку лижет. Там можно самый лучший шопинг устроить именно там. Взяли с собой на шопинг 15... Убрали собаку. В смысле? Она нормальный кадр делала. Зачем вы ее убрали? 15 тысяч долларов, и нам не хватило. Оставьте им мой номер, я объясню им, как это делается. Едете на шопинг, и у вас еще остается 14 тысяч долларов. Поехали на шопинг. Она что, вот так собралась в торговый центр ехать? Справжню білявку має бути видно здалеку. І Каріна це добре знає. За 4 години та 5 тисяч гривень дівчина має довести, що саме вона Каріна номер один цієї трійки. Будемо щось підбирати, дуже ярке, красиве на пляжну вечеринку. Страусіні рукава, жемчуг, укладка, посмотри, брилянтові серьги. А ви вже богиня шопінгу, ну що вам вибирати? Как-то раз я приехала на заправку заправить автомобиль и время поджимать, потому что я все время в таком сумасшедшем каком-то ритме, куда-то лечу, мчусь. Вообще не представляю просто, ну в каком ритме может быть этот человек? Между маникюром и кератином разве что может опаздывать. Смотрю, вроде бы уже автомобиль заправили, ехать такая стоп, такая, ну прям дернула автомобиль, думаю... Что такое? Бля, ты оторвала пистолет с машины. Поворачиваю голову, понимаю, что я оторвала шланг. А, блядь. А потом нас обвиняют в сексизме. Ей вообще за руль нельзя, ты понимаешь? Она оторвала шланг на заправке, и она же где-то здесь ездит. Вы не могли бы там как-то это номера передать или еще что-то такое? Женщины водят лучше мужчин. Откройте статистику. Большинство аварий с летальными исходами происходят по вине мужчин, потому что они лихачат, а женщины ездят осторожнее. Ну, у нас есть доказательства. Садитесь, гуглите. Сама я модель. Я скажу, и там хватает уникумов. Работать будут девочки. Ну что случилось вообще? Конкурсы красоты. Участвовала в 11 конкурсов красоты. А, в 11 сейчас. Извините, я просто участвовала в конкурсах красоты, а в конкурсах склонения слов я не очень участвовала. Одни из таких самых ярких – это «Мисс Центральная Украина». Это один из самых ярких, если что. Ну, а есть, получается, что еще? Мисс Северная Украина. Да, мисс, западная. Левый берег Киева. Вот, была да. Сумасшедшая. Я там тоже был. Большая конкуренция, девочки были все на подбор, все готовились 2-3 месяца. Боже, девочки, я даже представить не могу, как вы выдерживаете эти графики. Як це ж потім треба просто три місяці на Балі перезагружатися, віддихати. Всі хочуть бути краще, показати свої найкращі сторони, якби. А я взагалі не готовилась. Морально це дуже тяжело. Я можу вічно слухати, як дівчатки жалуються, як тяжело участвувати в конкурсах красоти. Блін, це так тяжело морально. Я спочатку повинна була вийти, а потім ось так руку зробити. Це вузькі штани, напевно, було б гарніше, якби штани були широкі. Ну, ще на вечірку в клуб куди не йшло? Ну да, типа, ні хрена взагалі не пляжна, согласен. На пляжну вечірку точно ні. Зараз мене чекає спешл магаз. Дівчатки, навіть не розраховуйте на перемогу, тому що в шопінгу я профі. Схоже, самовпевненості нашій леді не займе. Проте зараз Каріна має довести свій професіоналізм у магазині прокату вечірніх сукнів. Это платье так похоже на мое свадебное. Это вы хотите взять на пляжную вечеринку? У меня шлейф был 4,5 метра. Это ж какая крепатура в голенях была, 4 метра этой ткани тяжелой таскать за собой весь день. Ну, она не сильно тяжелая, то ладно. Заходит мой муж, такая у него была реакция, смотрит и говорит: обычное платье. В этой жизни меня действительно впечатлило только тот случай, когда я смог плюнуть на 4 метра. А это что? Обычное платье. Золоте правило від Леоніда Мартинчика. Коли не знаєте, як прохарактеризувати зовнішній вигляд і одяг вашої жінки, просто мовчіть або кажіть: «Ти дуже красива». Вау! Слушайте, ці крилья просто на какую-то, не знаю, вечеринку Burning Man, мабуть. Ну, или на християнський фестиваль. Тоже достаточно неплохая ідея.
Я не до конца, бывает, ее юмор понимаю, без обид. Burning Man — это дорого, но... Крестьянский фестиваль. Образ, что среднее между показом Victoria's Secret и Burning Man. В этом образе на нее звернут все увагу, и она появится на вечерке, как справжня блондинка в шоколаде. Знаете, ну мне еще это очень платье, как-то так оно прям припало к душе. Надо маме сказать, у нас примерно такая сама клеенка на летней веранде, застеленный стол. Тоже, кстати, зелено. Припошье платье. Честно говоря, из-за того, что у нас Lady Club, то есть как бы одни девочки, я бы сделала такую тематическую вечеринку в таком стиле. К сожалению, на данный момент у нас пока нету спонсоров мероприятий наших, поэтому... Вы понимаете, за 500 гривосей сложно что-то сделать. Все расходы и растраты... Ложатся на твоего мужа. На себя берут наши мужья. Ну, такой бизнес-проект организовали их жены. Надеюсь, они там обливаются слезами счастья, что смогли проинвестировать в этот прекрасный проект. Якщо вечірка з певною темою, епатажна, то, в принципі, буде доречно з'явитися в такому образі. А просто прийти на пляжну вечірку так, ну, це дуже демонстративно. Дівочки, зібрали свої вічі і по домам, тому що статуетка моя. Не спішіть із... Це така стоїть, яка Валін додає, думає, понятно. Висновками прекрасна леді. У гру вступає ще впевненіша у собі Валерія. 33 роки. Начувайтесь, конкурент. О, приветик, а я вас заждалась. Заходите на бокальчик игристого, и я вам покажу свой гардеробчик. Боже мой, какая ты моя хайосая. Це справжня блондинка. Замість води п'є просекко, все як треба. Я Аверина Валерія. Мне 33 года. Я Ой, извините. Я не работаю, я забыла. Что-то не то сказала. Нет, я не работаю, боже. Хоть бы, уйди, проклятие, я не хочу работать. Это только часть моих шубок, так как я занимаюсь шубами. У меня шоу-рум и магазин Валерия. Просто. А что это за квартира такая? Какой-то один шкаф стоит и все. Это в десятку. Я дуже люблю, коли магазини і ресторани називають своїм ім'ям. Салон весільних суконь Ілона. Ресторан у пані Стефи. В этой шубке недавно... Какой-то странный шкаф, как-то вот такой маленький один, как-то то ли ремонт идет, то ли что. Я снималась для эротической фотосессии для журнала Криворожского, где я буду на задней обложке. Эротический Криворожский журнал? Что? Есть девушка с обложки, а есть девушка с задней обложки. Задней обложки. Да, мы знаем, она дешевше. Ну, грудь сделана, видно. Норочка с рысью, это, конечно, зажиточно, но взагалі не стильно. Я умею красиво петь. Покупаю песни. Сама их записываю. Понятно. Ну, логично, что надо их как бы хотя бы спеть в микрофон. Ну, логично. Берет диктофон, наверное, и сама записывает туда свои песни. Скоро уже выйдет мой первый клип на песню «Люби меня грубо». На хороший, видимо, альбом. Я люблю очень яркие вещи. Я люблю платья, чтобы это было все шикарно. У меня такое ощущение, что я жила когда-то в 18 веке. Я даже уже все книги перечитала до нашей эры. Ну вот. Книги перечитала до нашей эры? До нашей эры? Блять, что она несет вообще? Валерия читает книги, а Дурнев смотрит сторис. Я с подружкой была в Милане. Думаю, пойду пройдусь по магазинчикам, куплю себе туфельки новые. Глядя на эти туфли, ну это надо было именно в Милан полететь. Просто здесь таких, конечно, не достать. Купила. Приезжаю домой, открываю коробку, а там один был 36, другой 41. Так, а может так и надо, у него, прикинь, разные ноги просто, да и все. Это Versace, я купила их за... Ты уверена, что ты их в магазине Versace купила? Как-то странно, что тебе Versace дали 37-й и 41-й. 500 евро. Я пришла на богиню шопинга
проявить себя как настоящую королеву и богиню. Мне надо собраться на пляжную вечеринку. Время пошло. Пошла подбирать себе лук. Так как я организатор была Miss Кривой Рог, я решила тоже, что... А, это магазин что-то минимальных цен, как это назывался, да? Надо и себя же пропиарить, правильно? Да, правильно, конечно. Надо же себя пиарить, особенно когда ты такая... И думаю, выступлю с новой своей песней «Люби меня грубо». Люби меня грубо, я твоя Люба, продам тебе шубу, пойдем с тобой до клубу. Вот и новый куплет песни. Хлопці, я думаю, ви сміло можете продовжити. Ты не кажешься мне больше ни о чем, не толкай ногами, лучше о плечом. Ви вообще понимаете, наскільки це глубоко? А глубоко і Лера – це синоніми. У меня были случаи, когда я на сцене забывала слова. Сочиняла слова, которые вообще не относятся к этой песне. Но все-таки есть какие-то преимущества, когда твои песни никто не знает. Что можно любой текст, да? Вообще в любые слова. Как вам Чен переоделся быстренько, а? У меня тут кое-что просто быстро произошло. Я тут так попахал, серьезно, очень срочно нужно было отбежать. Но для вас ничего не заметно было. Просто склейка и Чен в другой одежде. Возможно, немножко уставший. Но мы продолжаем. Чем меньше, конечно, тем интереснее. Интереснее? Боже, откуда они берутся вообще? Я не понимаю. Ну, интереснее. Ну, на пляжную вечерку то це взагалі не подходит. Все элементы образу между собой не поєднуються и дуже погано сидять. Дурню посвящаю эту песню. Ты приснишься мне, ты мой каприз, бродит по земле тень моей души. Хочется предупредить всех участниц этого проекта, ну, чтобы вы не посвятили Алексею, он сделает все, чтобы вы об этом пожалели. Ты приснишься мне, ты мой каприз, ходит по земле тень моей души. А рифма, типа, получается, пошла. Ты мой каприз, а я твой сюрприз. Я спою тебе на бис, и будет бриз, потому что я твой приз. Я могу быть автором писания для Валерии. Ну, банально, конечно, то ладно. Бля, ну это ж ни хрена не пляжная тематика. Ну, от серйозно. Власний, жовтий, який я не рекомендую блондинкам, але в даному випадку якось досить цікаво він виглядає. Єдине, що не ці штани, а спідницю якусь, коротку чи довгу. Я хоть и блондинка, но я умная. Я экстерном для начала закончила школу, чтобы побыстрее поступить в институт. Не, ну когда у тебя магазин шуб в Кривом Роге, ты просто все, ты владыка. Київський університет культури і іскусств України. По вокалу закончила. Здала аналізи вокала і закончила університет. Поплавського? Потім думаю, ну щось мало, треба ще десь поучитися, правильно? Валерія не перший чоловік, який, отримав образування в університеті культури, подумала, щось мало на образування. Поступила в Національну академію руководящих кадрів культури і іскусств України на артиста-вокаліста. Ну, я вчитаю вокаліста, а артист, не знаю, зачем туди вставку тут роблять. Ну, типа, надо петь, а актерское мастерство, когда поешь, вообще нахрен не нужно, да? Просто можно стоять, как столб и петь. Ну да. Два высших образования получила, и до сих пор думаю, что артисты и вокалисты, это как бы, ну, мы же не артисты. Разные люди, да. А нас на артиста как бы не учат, только петь. Что вы написали? Я вообще не понимаю. Что, я просто в какой-то момент потерял нить. Валерия, держи оборону, пожалуйста. Ну, нам надо отстоять образ блондинки. Блондинки умной. На пляжной вечеринке должна быть яркой и незабываемой. А в этом платье я простенькая, колхозница какая-то. Ні, така сукня може бути на пляжну вечірку. Така дуже скромна, ну, але ж не обов'язково завжди на вечірки треба одягатися відверто і сексуально. Можна і скромно виглядати дуже стильно. Лера прямує у магазин мінімальних цін вперше у своєму житті. Чи зможе білявка тут зібрати максимально? А, це, коротше, магазин, типу, де все по 10, все по 100, все по 50. Ефект не лоб. Смотрите, человек для себя открыл целый новый мир потрясающих вещей. И яку войну починає мисс Всесвіт?
готовься к войне. Я к ней готова на все 100%. А, это создает себе стиль, типа. О, помады по 19 гривен. Я себе в магазинах беру по 1500. Полторы тысячи помада? Какой бы хорошей ни была помада за 1500 гривен, боль от утраты 1500 гривен будет для меня больше. А зачем помаду терять? Ты как ей пользуешься? Ты бросаешься? Чем прекрасность этой помады. Она типа там где-то нашла лифчик за 60 гривен? Присмотрела. Бюстик 60 гривен. Я, конечно, бюстгальтера не ношу, но мне кажется, это вообще так дешево. Тебе не кажется, это реально очень дешево. Хороший бюстик. Куда идти за ним? Це скоріше якась костюмована вечірка, на яку запросили Бріджит Джонс. Білизна дешева – це взагалі погана ідея. На білизні економити не можна, тому що вона безпосередньо контактує з вашим тілом. Буде воняти. Це любов до себе, повага до себе, і білизна має бути якісною. Кое-что я себе подобрала в цьому магазині. Здесь дуже низькі ціни. І тепер я буду на пляжній вечірці з найяркою блондинкою. Справжня блондинка. Показати себе. Так, а що вона купила? Типу, тут халатик з лівчиками і все? Жити яскраво. І тому, насправді, я раджу всім в душі бути частенько блондинками чи блондинами. Тому що так жити легше і сприймати життя значно легше. От мені треба цьому навчитися. Може, я просто колись зміню колір волосся і життя моє зміниться. Так кажуть психологи. Все? Вступаем не в дуэль. Сила більше чекати. В троє. Наші блондинки вже зібрали свої феєричні образи і готові вражати одна одну і нас з вами. Першою готується нас приголомшувати Валерія. Ага, піліця наша. Я на пляжній вечірці буду в бікіні. Вона як будто влетить зараз. Класно, що вона на пляжну вечірку піде в костюмі вітряної електростанції. От неї можна буде пару смартфонів зарядити. Ну, звісно ж, я, як люба блондиночка, є немножко у мене вітру в голові. Ты прямо как пирожное выглядишь, так мило. Девочки, это вам подарочки. Как мило, спасибо, спасибо. Ну не знаю, как мне образ не очень. Спасибо. Мне бы хотелось чего-то длинного на себе, кружевного, открытого. Поэтому моя оценка будет 5. Наверное, даже 5. Это много. Я не увидела этой яркости. Карина, которая собачка, специально мне занизила оценку, потому что видела меня завидует, завидует. Твое платье по тональности похоже на мое. Конечно же, Лера посмотрела. Ну, ни хрена себе похоже, ну, типа, где-то в одном цветовом спектре, может, да, но похоже нет. Посмотрела на меня и сразу поняла, что лучший ход это будет, если она скопирует как минимум цвет моего платья и сделает что-то подобное. А я очень не люблю конкуренцию, поэтому 5. Они, наверное, просто сговорились против меня, потому что я сильная конкурентка. Ой, боже мой. В десяточку, Лера. І на десяточку оцінили співачку конкурентки. Зараз міс Всесвіт покаже, як на пляжні вечірки з'являються королеви краси. Кариночка, як ти думаєш, в чому буде наша міс? Я думаю, наша та 100% какое-то короткое, пафосное, яркое, даже может быть какие-то... Не, ну она ж не выйдет в том жилете просто, где грудь торчит, не? Хочешь победить? Готовься к войне. И я к ней готова на все 100%. Мисс Вселенная! Мы тебя ждем. Ну, Карина. Ну, такая Барби не потрепана. Ще новенькая, ще в упаковке. Не, ну как по мне... Я лучшая, оригинальная, яркая и первая... Неплохо, похоже на пляжное что-то такое. Я долго думала, что же тебе поставить. Мне сегодня добрая. Вау! Я не ожидала! Супер! Мне интересно, им оценки говорят, какие ставить или нет? Баллов хороший или старт, такая Кариночка. Как мне очень образ это же понравился. Но моя любимая цифра это... 8. Спасибо вам за ваши оценки. Благодаря вам не, ну, я заберу эту статуэтку. Звучить як непогана стратегія. Сильній та стильній Каріні доведеться проявити весь свій арсенал стильних штучок, аби переплюнути 18 балів Каріни Жаса. Таке відчуття, що вона взагалі в вечірніх і коктейльних платьях ходить всю життя.
Ой, у меня тоже такое ощущение. И Каринина собачка, и Каринина сумочка. Все всегда мимо. Образ будет какая-то хорошенькая, такая дешевая подделочка. Это будет самый красивый лук этого сезона. И пусть Карина мисс Вселенная, а богиня шопинга сегодня стану я. Ну, Кариночка, девочки, тебя прямо не узнать. Такой восточный стиль. Такая вся в гипюре. Каринин образ, образ заезженной блондинки. Стиля в нем абсолютно не было. Этот гипюр, эти пластиковые босоножки. Девочки мои, ну я жду от вас оценочки. Короче, держи, что-то тут среднее. Вау! Боже, что за реакция? Что происходит? Мне понравилось очень на Карине. О, боже мой! 10! И ее штаны. Они, конечно, были очень шикарны. И именно за них я ей поставила 10 баллов. Лерочка, миленькая. Так, короче, если она поставит оценку ниже 8, то есть она себя и вытянет. Да, блондиночка, глупышечка. Увидела знакомую цифру, всем ее и поставила. Твой образ потрясающий, дорогая. Но моя тебе оценка 7, да? Невелика. Бля, ну это как-то неправильно. Ну занизила. Не зря я сегодня в военном образе, поэтому я буду валить своих конкуренток первой. Жаль, но я старалась вас удивить. Я от нее такого не ожидала, потому что эмоции были совсем другие. Занизила. На війні всі засоби підходять. І Каріна має від конкуренток 11 балів. Це трохи більше, ніж десяточка Валерії. Але далеко до 18 балів Каріни Жосан. Просто зараз дівчата отримають бали за свої образи від найстильнішого чоловіка України Леоніда Мартинчика. Кому вона кине бали? Десятку? Ну, як перший. Я уверена була, що у мене було 10 балів. Серце чуть ли не выпрыгивало из груди. 9 баллов. О, то есть девятку поставили. Достойный результат. Ну, я хотела десятку. Девочки, моя любимая цифра. Что, 10? 8 баллов. А, 8. Бесконечно. Молодец. А, то есть это и десятка? Поздравляем. Десятка, блин, должна была быть моя. Они, наверное, просто конверты перепутали. А, все получается. Победила... Еще, девчата. Ну, типа, если даже, получается, особо она не занизилась, все равно бы победила, да? Та, вітаю вас. Давно у мене не було стільки краси. Каріна, у вас класний образ на пляж, на пляжну вечірку, але ваше взуття мене трохи змушує червоніти. Лера, у вас теж дуже класний образ, але надто вишуканий для пляжної вечірки. Каріна, ви справились класно зі спецмагазином, і зараз у вас дуже трендовий, дуже нестандартний, вийшов цікавий мікс. Саме тому сьогодні богиною шопінгу стаєте ви. Я вас вітаю, статуетка ваша. Ну я согласен, одета на хорошо. Тепер моєму трофею саме почетне місце в моєму гардеробі, рядом з моєю сумочкою Гермес. Гермес. О, спасибо большое за победу. Ну вот так вот, ребята, выпуск. С радостью прочитаю ваши комментарии и напишите, поставьте лайки, хотите ли вы еще богиню шопинга, чтобы я это заметил. То есть лайки, комментарии, я это замечаю. Если я вижу их много, я просто чаще и чаще выпускаю такие выпуски. Мало, ну буду редко выпускать. Так что все в ваших руках. С вами был Андрей Чент. Всем пока.